Добрый день, друзья мои. Сегодня я вам по быричку расскажу, как установить мод, а именно мод через свою игру. Про замену файлов мы потом поговорим. Накопилось много там вопросов, бла-бла-бла, я не думал, что это настолько популярный вопрос. Вроде так просто все. В общем, не важно. Скачали вы мод через свою игру, которая устанавливается. Допустим, это Crazy мод. Заходим в него. Надеюсь, что она вот зашли. Видим папочку с названием мода. Открывать ее не нужно, нас интересует именно вот эта папка, само название мода. Далее нам нужно перейти по следующему пути. Это через спуск. Папка документы. Вот она, бах. Нажимаем, открывается папочка. Находим папку с названием MyGames. Заходим в нее. Находим тайны квесты Mortal Kombat, вы сами видите. Заходим в нее и видим вот такую картину. Видим папочку Custom Maps. Ее изначально не существует. Ее нужно вручную создавать, то есть мы создаем папку и прописываем здесь Custom Maps. Открывая ее, она, естественно, пустая, потому что только что создали. Берем вот этот мод и перетаскиваем сюда. Все, он готов. Мод установлен, как зайти в него сейчас покажу. Заходим в игру. Все просто предельно просто. Просто-просто, даже масло масляное. Нас интересует своя игра, перс тут не важен. Находим тот мод, который установили, вот он, Crazy мод. Нажимаем начать, нас выбрасывает меню выбора персонажа уже в основной игре. Никуда уже выходить не надо, сразу же нажимаем начать и погнали. У меня уже установлен мод другой, поэтому датабейс стоит не оригинальный, не оригинальная игра, а уже другого мода, поэтому тут вот стартовые денежки есть, немножечко видоизменено. В общем, все, мод стоит, вы можете играть на нем, все предельно ясно. Про замену файлов, ну, если будем говорить, то позже. Про другие популярные вопросы, такие как поиграть по интернету, по сети, поговорим об этом чуть позже. Другой популярный вопрос, это какой мод выбрать, мы об этом вообще беседовать не будем, сами выбирайте, долбали. В общем, если вы что-то узнали новое от этого видео, я вам помог, то поставьте, пожалуйста, лайки. Мне будет очень приятно. В общем, это все. Всем спасибо, всем пока.